Да. Попробуем сегодня сварганить так называемую финскую свечу в разных видео, там, в передачах и так далее, про охотников, про рыболовов, про туристов показывают про финскую свечу, то, что ее можно будет использовать как для жарки, для варки и так далее, как полноценную плиту. То есть в чем смысл? Делаются надпилы, сейчас мы сделаем пропилы, как тортик, на частей, наверное, на 8, на 10. Туда, соответственно, поджигается, она начинает леть, и можно использовать полностью как, грубо говоря, конфорку у плиты. Вот. Сейчас попробуем все это сделать, подожжем, посмотрим, на что мы способны. Я включаю.